Итак, друзья, мы начинаем с вами очередной ролик под названием «Морская звезда». Нет, звезду здесь не найдете. Ну, может быть, такая, если я. Шучу. Никакая не звезда. А вот прикольные волны вы уже увидите. Смотрите, какая красота. Народ купается. Аккумулятор разряжается. И я медленно иду. Вода около берега, вот видите, там где мелкая гальта смешивается с кусочками, ну или кому-то, ну, метра 3-4, и это все нормально. Народа на пляже дофига. Я не помню, откуда, точно не понимаю, откуда эта вода. То ли это с моря, так, то ли с какой-нибудь очередной речки вонючки. Надеюсь, что это все-таки морская вода. Идем. Медленно, уверенно передвигаемся по пляжу. Вот там где-то марина. Ряд всяких разных пляжей. И я уже так достаточно далеко ушел от дома. Так и мама заругается, как куда пошел. Собака такая. Я тебе говорил, не отходи от двора. Да, чисто метро. Ну что, смотрите, сколько людей. Действительно много, гораздо больше. Объясняется это опять же тем, что здесь проход. Вот вся улица Циолковского, Победы. Все близлежащие улицы, вот которые Победы 153 в том числе. Там только одной Победы 153, я не знаю, что гектар. Все проходят через этот вот туннельчик небольшой внизу. Ну, на кафе шайку, воду, вода и еда. Приходят на пляж. Морская звезда, береза. Все. Поэтому народу здесь всегда хватает. Ну, были, конечно, моменты, когда людей было поменьше. Ну, вы сами знаете, когда это было. Так, в начале июня ходили только блогеры и местные жители. И только иногда так тормозили. Ну, а тут, как вы видите, да? Масштаб. Сейчас мальчика сфоткают. Не буду мешать. Смотри на мальчика. Что, бабушка, засчастливила внука? Счастливила на море, воду не лезь. Что за фигня, приехал на море, а воду не лезь. Не знаю. Ну, мы топаем вот туда вот. Теперь уже к желтому дракону. Одноглавому. Надеюсь, хватит у меня емкость аккумулятора. Ой. Как вам? А? Наверняка кто-то здесь из моих подписчиков сейчас загорает. Потом в комментариях я прочитаю. О, а вы нас тоже сняли. Хорошая камера. Да, камера хорошая. Чистая, яркая, красивая. Симпатичная, прям как ее хозяин. Ну, это так. Пошутил. Есть небольшая проблема со звуком, но надеюсь, вот в этом видео скажите, как было. Как был звук в этом видео. Очень интересно от вас услышать эту информацию. О, смотрите, что-то. Вот таким должен быть август на всех ярах. Или вот таким. Взрослые дети все в воде. Ребенок просит круг, дайте круг, я тону. Прикольно. Вот это вот прикольно. Ну, иногда, как вы понимаете, бывает легкая эротика. Вчерашний ролик, надеюсь, вы уже посмотрели. Или посмотрите сегодня, что было у нас на пляже. Дельфин. Некоторые малыши вообще кричат, боятся. Ну, в большинстве своем все счастливы.
вот мама не может удержать даже сына. Так, тут линчики стоят. Такие разные. Я там между тем линчиком прорывается. Хватит ли ем сейчас аккумулятора добраться до дракона или нет? А вот тут бы я, наверное, не купался. Хотя Свирская. Это нет, это не Свирская или Свирская. Что-то я попутался. Так, нет, потому что низда тут не Свирска, то тут в горы идет. Ну, вроде бы чистенькая водичка. Итак, кафе вода, буфет еда. Дальше, судя по всему, будет какое-нибудь заведение туалет. В общем, мы на Морской Звезде. Уже дальше идут чуть-чуть еще немножечко. Вот будут другие пляжи. Бирюза, там и прочих санаториев, но туда мы не пойдем. Наша крайняя точка с вами — это Желтый Дракон. Все остальное будет в других роликах. Не хочет купаться. Все будет в других роликах. Емкость аккумулятора, к сожалению, на все не хватает. Но в гуще событий он устроит прямая трансляция, но телефон я с собой не взял. Только потому, что как бы боюсь его выронить вместе с ключами от машины, поэтому иду пешком. Бог знает куда. Ну а что у меня этих коленей, знаете сколько? Вот он, девушки фотографируются на дракона. Народ кричит так, что заглушает даже музыку. Эх, не успел я. Не успел, девушка-то на драконе фотографируется. О, хорошо, можно. Местный Дмитрий торгует с кукурузой. Тоже загорел, хорошо. Так, музыка меня пугает. Пока выключусь. Вот он, желтый, я к нему пришел. Так что девушка будет упрыгать. Вот девчонки сигают на дракончика. Хотел его показать поближе, но не буду с этой камерой залазить, к сожалению, а это не водопроницаемый корпус. Поэтому как бы вот так. Вот она, попка дракона. Даже видно маленькую черную дырочку. Извините, ну там дети, заткните ушки. Взрослые поймут. Ох ты, какие модели тут снимаются. Хозяева дракона любезно разрешают фотографироваться. Ну и ругаются. Пошли прыгать, фотографироваться. На этом будем заканчивать нашу трансляцию. Сегодня я потопаю домой. О, смотрите, какие девушки тут у нас интересные. Потопаю. Случайно. Итак, друзья, пообщался сейчас с подписчиками. У Саши с фантомансиста. О, издалека люди приезжают к нам. Ну, сейчас отправляюсь в обратный путь, и пока аккумулятор позволит вам снимать, я буду это делать. Ну, а что, будет у меня здоровое видео на 2 часа. Ну, на 2 часа точно не будет. Будете вы его смотреть и пересматривать, а я гульдены получать. Ну, или лечить колени. Ой, ой, извините. Так. Хорошо, ты завершаешь свой полет, музыки нету. Хорошо. Хорошо. Итак, мы в Уренчельге пляжи. А заполняем, я имею в виду, пляж с моря. Пляж. Вот Морская Звезда занимает первое место. Это самые
такие густонаселенные пляжи на территории всего Лазаревского, да, я так думаю, Лазаревского района. Так что имейте в виду. Пляж прикольный, вот мы сейчас только что обсуждали ту ситуацию, что если соединят пляжи «Дельфин». Здравствуйте! Здрасте, здрасте! Спасибо! У меня еще пока не шоу. Ну, я знаю, снимайте, ходите по Лазаревскому. Да, да, да. Спасибо. Нас мало замечает. Это вас мало? 001. Это Маранчик 001. Давайте покажем вас. Что нам откуда? Так, ну у нас прямо входа вот морской звезды. Как я тут подсказывал, парень прыгал такой с тапками, кувыркал, сальто делал. Вот он. Вот он. Тогда, прыгал, его, тогда я его снимал, звезда. Да. Не знаю почему. Искать? Лазаревская Соча, там есть. Как раз я еще спрашивал уже про сальто, можно снять или нет, как раз вот тут вот прыгал. А как можно найти посмотреть? Лазаревская Соча там. Я, честно, я сейчас уже сам теряюсь, когда это было. Лазаревская Соча, группа, которая ВКонтакте? Нет, нет, в Ютубе. В Ютубе? Вот, с ребятами пообщались тоже наши местные, занимаются как-то раз. Надо показать их, вот около морской звезды. Вот прямо сама входа у них вот тут вот, вот. Катамараны 001, бананы. Тоже смотрят мой канал, приятно. Ладно, что тоже ребята смотрят. Привет им и удачного бизнеса. Ну я иду обратно. Смотрите, сколько людей, а? Опять камень в рамку попал. Прям точно инвалидность полетит с вами, не дай бог, что же такое несу. Сейчас буду пробовать выбраться на дорожку, где-нибудь там. Тут к дорожке не подойдешь. Кстати, тут песочек тоже, обратите внимание, есть. Ну, кстати, песочек мне сейчас не очень удачно, потому как он мне в ранку попадает. Итак, я вышел на тропинку. Иногда по ней идти хорошо, иногда плохо. На стыках можно удариться. Ну ладно, ребята, смотрите, сколько. Самый или второй или первый, даже не знаю. Они оба, первый и второй. Короче, один из первых пляжей по заселению. Есть еще места, есть, но их гораздо меньше, чем даже на Лазурном, мне кажется, такое впечатление. В дневном обзоре мы это с вами узнаем окончательно. А сейчас я иду по пляжу «Дельфин» обратно. Будьте здоровы, там кто-то читает. Прокат, водная горка, катамараны. И чебуреки, горячий кукурузой. Приезжайте на пляж «Морская звезда». Катайтесь на катамаранах, бананах. И на всем пейте вот холодненькое пиво. Чешское, майкопское, кадыринское. И даже класс. Ну, а на этом, судя по всему, территория пляжа «Морская звезда» заканчивается. Вот такая табличка «Морская звезда». Закрытое акционерное общество. То есть Сочи. Кукурузы, это мне? Нет, я не буду кукурузы, девушка. Спасибо. Вот такая вот обстановочка. К сожалению, эта тропинка скоро закончится. Я буду продолжать стирать свои ноги о камни, о гальку. За последние два месяца я стал ниже где-то на сантиметра полтора. Так, мозоли стерли, спустя, да и все. Так, как всегда, по прямой набираю скорость. Попробую надеть тапки и отправиться. Оригинальный. Везде покататься на самокатах, велодорожки у нас везде, даже на пляже хватит. Ну что, на этом пляж «Морская звезда» закончился. Мы опять возвращаемся туда, в сторону марины, где мы с вами уже были.
Мы с ребятами снимаем друг друга, хотя, наверное, смотрят, девушки пьют. И вот так курят в сторонке девчонки, платочки в руках перед я. Как бы вот так. Ну что, друзья, приезжайте в Лазурское. Да, я не помню, говорил или нет, про Абхазию. Абхазия открыта, и с завтрашнего дня начинаются экскурсии. Ну, это для Максима и для всех желающих посетить этот чудный край. Как видите, людей все меньше, меньше и меньше. Ну, на этом всем пока. До новых встреч в эфире. Никак не могу выключить камеру. Ну так, что за фигня такая? Маньяком стал каким-то. Все, выключаю, иду домой, заряжать ее. А потом пойдем, еще у нас ряд обзоров будет.